Анна Александровна, здравствуйте! Рада видеть вас в вашем новом магазине. Расскажите о том, чем особен этот магазин. И я уже на входе вижу реальный уже тренд, который регулярно воспроизводится в магазинах. Это точка готовой еды. Расскажите, как вы ее реализовали? Да, наш магазин самый большой из магазинов Спарка Ленинград. Интерспар Балтим Молл. В этом магазине самый широкий ассортимент, и представлены все основные точки для покупателей, где можно получить тот или иной покупательский опыт. Ну, конечно, вы правильно обратили внимание на Поппи-остров. Мы его так называем. Здесь наш партнерский проект «Порто-мануфактура». То есть для калининградцев это известный бренд, и все знают качество данного кофе. Также здесь представлена выпечка. Выпечка кафе «Круассан кафе», тоже известного в городе Калининград, и нашего собственного производства. Вкусные круассаны и слойки. А здесь можно совершить быструю покупку кофе. Дальше наш специальный отдел «Бери, доешь». Это своеобразный наш перевод «Grab and go», да, в котором вы можете дополнить, да, свою покупку продуктами для перекуса, полдника, обеда, может быть, даже ужина. Вот здесь представим даже наши пиццы. Ну и для быстрой покупки мы его завершаем. Можем совершить через кассу самообслуживания. И таким образом такой самый простой поход в магазин, как сотрудников и торгового центра, и гостей, совершающих покупки, пока они еще не готовы заполнить свои сумки и уехать с ними домой. А если говорить именно про кассу самообслуживания, насколько востребован вот именно такой сервис у калининградцев? На сегодняшний момент в магазинах, где мы ставим кассу самообслуживания, доля покупок через кассу самообслуживания доходит до 70%. То есть на самом деле в магазинах, только открывшихся, там бывает 20-30, но мы очень быстро наращиваем и уже считаем, когда 50% проходит через кассы, мы начинаем задумываться, почему, что не так. На кассах самообслуживания всегда работают консультанты, которые помогут вам без проблем совершить эту покупку. Сейчас мы уже на традиционный круг пойдем покупателя, да? То есть путь покупателя у нас с вами... наш самый большой покупатель. Я предлагаю посмотреть наиболее интересные вещи, которые вы реализовали в этом магазине. Уже точно отмечу для себя, что я вижу очень интересное и логичное оформление фруктов и овощей. Расскажите про этот отдел, что вы новенького здесь сделали? Главное, с акцентом отдела мы здесь говорим о том, что витамины важны круглый год. В этом отделе у нас 200, в зависимости от сезона, то есть 250 наименований. Ну и даже вы можете удовлетворить свой самый специфический вкус. Обязательно у нас есть отдел ягод и широкая линейка продуктов, таких как томаты черри, салатная группа. Томаты черри у нас более 20 наименований здесь представлено. Экзотические фрукты, ягоды. Это обязательно, что мы себе поставили требования к самим себе, чтобы мы могли удовлетворить фактически любой вкус покупателя в этой категории. В этом отделе у нас также представлен уже зарекомендовавший себя остров с весовыми сухофруктами. Сухофрукты – лучшая замена конфет и сладостей, и наши покупатели это уже успели оценить. Здесь мы предлагаем широкий спектр, то есть того, что можно было, чем бы можно было себя побаловать. Я обратила внимание, что есть фермерский уголок. Калининград. Соответственно, мы свежую зелень получаем от наших фермеров и оформили это специально, выделив тем, чтобы был акцент о том, что эту продукцию мы с местных теплиц. Переходим сразу в нашу большую территорию «Спар-шеф», где представлена готовая продукция наших поваров. Спар всегда славится во всех регионах, и я так понимаю, что в Калининграде тоже с собственным производством. Чуть-чуть об этом поподробнее мы еще в другом отделе посмотрим. Что здесь из новых рецептур привезли?
из новых рецептов, ну, наша любимая пицца курица с брокколи, она не новая, но она, как бы, когда я приехала в Калининград, для меня это было открытие, потому что я ее очень люблю. Она, как бы, своим названием вроде пицца, а вроде не и так про... страшно, и диетически, да, с брокколи. Про ЗОЖ, да, про ЗОЖ. Про ЗОЖ, про ЗОЖ. Для детей у нас есть мягкое, мягкое детское мороженое. И с, здесь должна быть территория у нас с блинами. Мы сейчас к ней подойдем. Где можно попросить выбрать блины на заказ. Очень красиво выложили. Соки, да, да, это делают пипки. Коктейли наше производство. Ну, традиционно территория, в принципе, гамбургеры, суши, остров. Вот, можно попросить суши на заказ, можно выбрать из того, что уже приготовлено. И готовая продукция, также суши вот на салат-бар по одной цене. Учимся у коллег по одной цене. Салат-бар, и здесь будут горячие блюда по одной цене. Ну вот на тренд на готовую еду, которую можно сразу взять с собой, я тоже здесь вижу. А это уже во всех магазинах реализовано, правильно? Вот такие? Это эти салаты, да, реализованы во всех магазинах. Это наш топовый ассортимент, который мы, соответственно, представляем, и можно каждый день не готовить самому, но побаловать себя. Спар-кухня. Это место сейчас особенное. Здесь у нас стоит аппарат, где мы коптим мясо. И уже представлен широкий ассортимент, да, мяса собственного копчения. Как свинина, так курица. И наши колбаски, которые делаются у нас на на фабрике «Люблинские продукты», которые здесь уже коптятся. Ну и пекарня, пекарня полного цикла, в которой готовим как сладкую продукцию, так и формовые хлеба. А сколько занимает квадратных метров производства здесь? Квадратных метров производства занимает 40%, поэтому, значит, это большая территория. Большая территория. О, и у вас... Можно даже порезать хлеб? Конечно, хлеб. Это, ну, у нас во многих супермаркетах обязательно есть возможность порезать хлеб, потому что нашу продукцию, когда она горячая, резать не очень комфортно. Но если уже человеку хочется нарезать хлеб, то аппарат это позволит сделать лучше. А этот сервис востребован? Да, востребован. Многие калининградцы уже к нему привыкли и пользуются. У нас остается посмотреть, наверное, пару мест, но я точно должна обратить внимание на то, как сделаны красиво отделы сыр и мясо. Уже отмечу вот такую выкладку, доп-выкладку, которую я здесь вижу. А будут ли здесь такие огромные-огромные сыры? Ну, на самом деле, головы большие, совсем огромные. Да, у нас здесь не будут. Вот это, по-моему, максимальная голова, какая есть. У нас есть фасовка сыра, поэтому мы, конечно, понимаем, что магазину нет смысла нагружать персонал уже этой технологией. Ага, ага, сам подходишь. Много региональных производителей, соответственно. Мы отмечаем их специальным знаком. Да? Сделано в Калининграде. Сделано в Калининграде. И я говорила, сегодня у нас... Мы стараемся все время поддерживать коммуникацию с покупателем, чтобы было легко ориентироваться. Все-таки ассортимент 24 тысячи. Когда не знаешь, что конкретно ты хочешь выбрать, надо ему подсказывать. Поэтому мы выделяем региональный продукт, мы выделяем наши акционные позиции, более 500 позиций еженедельно. Ну и выделяем позиции с красными ценниками. Это, ну, как бы такая самая доступная цена. Всегда низкая цена. Ну и, конечно, мясной цех. На самом деле калининградцы уже знают толк в мясных цехах, и поэтому здесь нужно держать высокую планку, все время поддерживать возможность выбрать любой кусок мяса. На самом деле у нас здесь даже есть мясорубка, вы можете попросить любой кусок мяса, приготовить из него фарш, вот, и свои поставки с фабрики, подготовленных уже. К тому, чтобы здесь осуществлять уже качественный разруб и высокий уровень предложения. Ну и рыбная витрина. Я давала, когда первое интервью, технолог рыбного цеха, она меня прям сюда зазывала показать, как у нее получилось сегодня сделать
Я наблюдала в тот момент, я как раз наблюдала, как именно это выкладывалось. Это, конечно, завораживает. Мы это редко видим, поэтому было очень приятно увидеть, как коллеги работают. Наша Каптиме. Здесь, соответственно, вы представлены широкий выбор различных видов. Засолки, соление, копчение, скумбрии. Скумбрия есть как соленая, провесная, копченая. Вот. А на этой полке выложено, на, вот здесь это все вы готовите? Это все мы готовим. То есть частично товар, вот там я вижу продукцию с фабрики, которую мы привозим, люблинские продукты. И то, что приготовили здесь. И мы наверняка должны тронуть две темы, которые интересуют, ну, здорового питания. В отделе здорового питания здесь можно как найти безглютеновую продукцию, так, соответственно, продукцию с пониженным сахаросодержанием. Широкий выбор даже для тех, кто не имеет каких-то вопросов, да, по здоровью, но хочет поддерживать стройную форму. Это классический отдел детского питания, ну, дополнен такими вещами, вот замечательными игрушками, стульчиками. И мне наборами. Это та история, когда идет ребенок и мама хочу. Да, да. И он на том уровне, чтобы именно так и также здесь можно себя порадовать сладостями. Не знаю, сколько это снимать. И можно поиграть. В магазине представлено более 700 наименований под собственной торговой маркой. То есть это продукция под брендом Spar. Есть еще у нас бренд Smart и Côte de France, свежей продукции. Мы их выделяем, тоже, как мы говорили про коммуникации, только у нас. Тут собственный импорт, прямые поставки. И во всех категориях эти товары представлены. Ну, так отдельное напоминание сделаем в виде. Центральная аллея, получается, у нас посвящена... Это промо-кэш. Мы изменили традиционный вид промо-аллеи, потому что у нас здесь не только интересные цены, но и эксклюзивные предложения, как из наших поставок, так и из тех или иных категорий от поставщиков, потому что у нас вы даже можете побаловать и свое домашнее животное, вплоть до попугайчика или грызуна, вот там. Поэтому это именно как... отдельная территория такого выгодного предложения в гипермаркете. Ну и, конечно, наш отдел, самый большой отдел выбора вина и супермаркетов. Понятно, что есть специализированный магазин, но мы-то говорим о комплексной покупке и покупательском опыте в одном месте, поэтому мы его специально оформили, выделили, делаем по нему специальные промо-предложения. То есть здесь, ну, особенно, конечно, в декабре, накануне Нового года, это актуально. Я уже обратила внимание, что отдел алкоголя, он выглядит немножко по-разному, если на него по-разному взглянуть. И, соответственно, мы сейчас как раз подходим к тому месту, где вы такой домик шоп-н-шоп фактически организовали. Да, магазин в магазине. Да, и очень понравились... это шелтокеры, насколько я понимаю. Ну, вот где, соответственно, категории. То есть вот сейчас мы не видим, вот человек может сам принять решение, но если мы чуть-чуть сместимся, то мы видим, насколько четко выделена категория, и человек уже может выбрать по цене. Да, можно сначала выбрать по ценовому уровню, также определиться по странам, да, то есть наверху навигация указывает, какие страны, и вы можете выбрать то вино, которое вам нравится. Тут розовое, тут игристое, с той стороны красное и белое. Ну и очень большой пивной отдел. Тоже отдел с широким выбором пива, пивных напитков, сидра. И у вас уже здесь сразу заложено наличие холодного пространства для того, чтобы охлаждать продукт. Да, обязательно. Ну, как бы холодильники встроены в различных частях, соответственно, чтобы можно было, если уже вы сразу идете на праздник, чтобы уже вино было охлажденным.
здесь представлены же такие эксклюзивные позиции. Наша задача удовлетворить запрос требовательного любого покупателя. Ну и вы, как я говорила, можете почувствовать себя экспертом. Мы вам подскажем, какие напитки, каким блюдом, как выбрать цвет вина, который вы хотите сегодня. Ну и в том числе для больших процессов. Новый год впереди. Зачем же не носить несколько бутылок, если можно сразу порадовать? Если завершать уже прогулку по магазину, понимая, что мы не затронули категории текстиля, там, что-то, но мы, прогуливаясь, все это видим. И, в принципе, я точно понимаю, что, придя в этот магазин, покупатель точно сможет решить задачу приобретения широкого ассортимента, закрыть все свои потребности. Ну, а 24 тысячи SKU, главное их поддерживать в наличии, вот, и не допускать, чтобы их не было, да? Наличие, ну, вот. Свежести и высоком качестве, да. Спасибо большое за экскурсию, Анна Александровна, и надеюсь, что этот магазин будет приносить вам именно те результаты, которые вы заложили, а лучше, чтобы они даже превосходили их. Ждем вас в гости.